Понятие «Киевская Русь» появилось только в середине XIX века. Придумали его историки профессиональные. Первым использовал Сергей Соловьев. Что Сергей Соловьев имел в виду под названием «Киевская Русь»? Одну конкретную область, Киевскую, и окрестности. Придумал он это для того, чтобы отличать территориально Киевскую Русь, Черниговскую Русь, Ростовскую Русь. Летописцы называли это «Ростовская земля», Соловьев называл это «Ростовская Русь». И таким образом показать, что произошла раздробленность.